Жаргон царской тюрьмы. Словарь понятий. Из собрания Трахтенберга «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы». По материалам, собранным в пересыльных тюрьмах, под редакцией и с предисловием профессора Бодуэн де Куртене. Санкт-Петербург, 1908 год. Читает Николай Свешников. Кича. Тюрьма. В южных губерниях они часто называются мыйками или романово хуторами, а также царевыми дачами, центами, плентами и катаев городами. Большую частью каждая тюрьма имеет в силу той или другой своей индивидуальной особенности лишь ей одной присвоенное название. Так, например, петербургская одиночная тюрьма называется крестами, московская губернская – таганка, каменщиками, московская пересыльная – бутырки, бутылкою и так далее.